Здравствуйте, меня зовут Бахадыр Мустафашин. Я студент третьего курса университета имени Неджметдина Эрбакана, преподаватель специального образования. Преподавание специального образования – это кафедра, созданная для подготовки учителей в этой области, чтобы учащиеся с физическими, умственными или эмоциональными проблемами могли продолжать свое образование без перерыва. Он расположен на педагогическом факультете имени Ахмета Келешоглу. Уроки, которые мы проходим в целом. В начале семестра есть 9 предметов. У нас есть 2 элективных полевых курса, 2 элективных профессиональных курса, 5 полевых курсов. На нашем педагогическом факультете есть прикладной отдел. В этом отделе проводятся различные тренинги для особых студентов. Существует также фонд СОБИ – «Сельчукские лица с аутизмом», с которым наш университет подписал протокол. По сравнению с другими областями преподавания, наша область преподавания является более практичной. Другими словами, именно в нашей области преподавания проводится практика. На программу стажировки отводится 4 часа во втором семестре второго курса, 4 часа во втором семестре третьего курса и от 6 до 10 часов в обоих семестрах. Их называют институциональным наблюдением, институциональным опытом и практикой учителя. Сейчас начались выпускные курсы. После окончания кафедры мы можем работать в специальных учебных классах, специализированных профессионально-технических училищах и школах специальной педагогической практики. Мы также можем работать в специализированных школах, созданных по частной инициативе. Причина, по которой я выбрал отделение, заключалась в том, что среди моих родственников был человек с особыми потребностями. Эта инфраструктура была сформирована, и тогда я предпочел преподавание специального образования со знаниями, которые я получил из окружающей среды.